Британская BP предупредила, что новые санкции против России могут негативно отразиться на ее бизнесе. Те европейские и американские санкции, которые уже введены за последние 4 месяца из-за роли России в событиях на Украине, пока на деятельности нефтяной компании не сказались. Но BP владеет 20% акций российского государственного нефтяного концерна «Роснефть». Именно он обеспечивает BP 2/3 добычи нефти и прибыли. Во втором квартале BP заработала 3,6 миллиарда долларов, миллиард из них пришел из «Роснефти». В США «Роснефть» уже попала под действие санкций. Во вторник страны ЕС согласовали свой расширенный черный список. Новые санкции затронут энергетический сектор. Между тем, по оценкам бельгийского издания EU Observer в Еврокомиссии, из-за санкций российская экономика в ближайшие 2 года может потерять 100 миллиардов евро, а европейская – 90 миллиардов.